В Атырау озвучили сумму ущерба от массовой гибели рыбы. Так, в реке Урал было собрано 4 тонны 165 килограммов погибшей чистяковой рыбы. Сумма нанесенного ущерба составила 4 миллиона 200 тысяч тенге. В протоколе перетаска выловлена 1 тонна 304 килограмма мертвой рыбы. Ущерб превысил 1 миллион 254 тысячи тенге. Справка по ущербам направлена в департамент полиции для приобщения к материалам уголовного дела, сообщил руководитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияр Баймагамбетов. Он отметил, что сейчас ведомственная комиссия занимается учетом количества погибшей рыбы. По данным акимата региона, на сегодня по факту гибели рыб проводится 2 досудебных расследования. В то же время департамент экологии завершает проверку Атыраусу Арнасы и готовит группу для проверки Атырауской ТЭЦ. Еще на 2 объектах рыбоводных осетровых заводах также проведут проверку.